Всем привет, меня зовут Татьяна Хрипачева. На программе «Доктор Барменталь» я с апреля 2021 года, то есть уже 7 месяцев, и мой результат минус 22 килограмма. И это еще не конечная финальная точка, да, я еще хочу сбросить несколько килограмм. Ну, у меня прям таких глобальных проблем со здоровьем не было. Вот лишний вес, вот он накопился, ну, может быть, суставы какие-то там болели, да. Ну, с детства травмированы, поэтому, наверное, от веса они травмировались еще сильнее, да. Но в основном это было про мое психоэмоциональное состояние. Потому что, например, я в красивых местах фотографировалась, но я свои фоточки нигде не выкладывала, да. То есть, там, мой Инстаграм, ну, там меня практически не увидите в том весе, да. То есть, природа, да, вот, какие-то там общие виды, может быть, я где-то там на заднем фоне, если в группе. Это да, но вот себя показать я, как бы, ну, наверное, стеснялась, да, вот в этом весе, потому что я понимала, что это некомфортно для меня, это не гармонично для меня. Вот я это все как бы чувствую хорошо, и поэтому я вот так вот, да, закрывала эти фото, ну, для только родственников. Вот, ну, наверное, да, было не очень комфортно это все состояние, поэтому я вот в первую очередь разобралась со своим психоэмоциональным состоянием, и, как говорится, результат налицо. То есть у меня был опыт, я ставила золотую серьгу, я занималась различными детокс-диетами, но еще какие-то диеты, да, такие доморощенные, да, в интернете. Но по моему глубокому убеждению, вот то, что я сейчас прошла, да, без психологической программы, которая есть именно в этом центре, это ничего не работает. Вы можете снизить вес, но не разобравшись с причиной того, что вы заедаете, вы потом обратно наберете эти килограммы, может быть, даже больше. Я очень серьезно подошла к тому, так сказать, кому верить, да, мое тело и голову, да, чтобы разобраться со всеми вот этими затыками, да, с весом, потому что здесь именно комплексный подход доктора Барменталь, то есть здесь сначала консультация, надеюсь, она до сих пор бесплатная, но если нет, уточните в центре, да, на ресепшене. Дальше будет консультация эндокринолога обязательно для всех, у кого лишний вес, потому что там много может быть, да, дополнительных каких-то болячек, да, вскрыться или по результатам анализов. Подробная информация, сразу первичная получается, составляется план, да, для того, чтобы как снижать вес, и в дальнейшем уже идут приемы у специалистов. Вот для меня это было очень существенно. То есть я не просто иду в центр, как типа салон красоты, да, чтобы меня там погладили массажами и все. Я иду к специалистам, которые уже помогли не одной, наверное, тысяче человек, да, и сделали это успешно. Я была на консультации эндокринолога, вот по моей личной программе я могу рассказать. Соответственно, психологическая программа, да, сразу начинается в центре. И, в общем-то, сразу после этой программы, вот уже на ней, мы еще на ней находимся, мы уже начинаем снижать вес. Потому что на ней даются правильные азы, как мы будем дальше питаться в течение того периода, пока мы хотим сбрасывать вес. Есть приложение мобильное, да, чтобы контролировать, что мы едим. Это очень удобно, не надо ничего считать, просто вводим туда наименование продуктов, и само все будет посчитано. Я еще подключала криолиполиз, это аппаратная методика, такая насадка, под воздействием холода разрушается жировая клетчатка. Был у меня прием, курс, да, у массажа моделирующего, курс у остеопата я прошла, ну, потому что от того, что мы с весом начинаем передвигаться, у нас суставчики и все различные, да, наши части уже неправильно стыкуются, можно так сказать. До сих пор я занимаюсь на очень классном аппарате Huber, какой-то он космический совершенно, и он так работает, что нагрузка есть, да, воздействие есть, но ничего не болит, потому что вот как раз молочная кислота не выделяется. И я думаю, это немаловажно для людей, у которых лишний вес. Я хожу до сих пор в wellness-зал. Тут очень много интересного оборудования. И еще раз хочу показать. Минус 22 за 7 месяцев. Я думаю, это отличный результат. К тому же скоро день рождения. Я думаю, еще уменьшусь, да, по стране. Непищевые удовольствия, которые обязательно должны быть добавлены на этой программе. Каждый выбирает сам по себе. Я выбрала танцы. С удовольствием танцую. Никогда раньше не танцевала, вообще не подозревала, что я могу чего-то там выделывать, да. Вот. Но, тем не менее, хожу, получаю удовольствие от танцев. Сейчас клубов танцевальных очень много, разные направления.
аргентинская танго, сальса, бачата. Возрасты все ходят туда, абсолютно всем доступно. С любым весом туда ходят, конечно, это сложнее, но все равно самое главное, там есть эмоциональный такой позитивный настрой. Ну, конечно, все видят, все замечают, результат всех поражает, да, никто не может представить, что вот действительно так просто берешь, и легко, на самом деле, не напрягаясь, то есть не испытывая никаких нагрузок, да, и как-то там безбожно себя не щадя, да, упариваясь на этих различных там спортивных, да, аппаратах. Нет, ничего такого не было. Все вот именно как раз легко пошло, потому что я вот правильно все для себя выстроила. Да? Для чего мне это нужно? Что я хочу увидеть? Какой я хочу стать в результате? Да? Мне стало это понятно. Ну и все делают комплименты, безусловно. Личная жизнь меняется.